Мы армяне, люди хорватцы. У нас лучшие хорватцы, лучшие кебабы, лучшие тюркские слова в нашей культуре, лучшие русские слова в нашей культуре, лучшая азербайджанская песня, музыка у нас в нашей культуре. Помните, если армяне перестанут петь азербайджанский мугам, тогда, наверное, турки покинут эту страну. Но они же украли, они поют наши песни. Нет, они не поют наши песни, потому что это не наши песни. Это мы поем их песни на наш лад. Они не спели ни одну из наших песен. Мы скопировали каждую песню, которую сегодня армянские певцы поют. Вы можете привести пример? Ну, возьмите любого певца, любую популярную песню, где есть мугам. Это их песня, это их музыка. Я имею в виду, я не знаю. Я не знаю достаточно об этом, чтобы говорить. Кто самый популярный сегодня? Даже армянские песни для солдат основаны на азербайджанских. Я не знаю, я слушаю Паула. Но Паул тоже турк. Его песня тоже турецкая. Что? Не может быть. Да, я понимаю, это трудно принять, но мы должны это принять. Песня, музыка Паула, не его слова. Музыка Паула — это восточная музыка. Тюркская, арабская, персская музыка и песни. Ну, разве музыка... Все же копируют музыку друг у друга. Все же, все культуры скопировали музыку. Нет, только мы скопировали у сильных. Посмотрите, давным-давно люди копировали у нас, когда мы были сильными. Но сейчас мы слабые, поэтому мы копируем у других. Музыка сама по себе состоит из 7 нот. Но то, как эти 7 нот находятся, имеет национальную идентичность. Например, песня «Фламинго» никогда не может быть армянской песней. Что-то на армянском. Кто знает переведить. Восточные ноты, которые используют арабы, потом арабы передали персам, когда оккупировали их земли. Когда арабы захватили наши земли, мы скопировали ноты у арабов. А когда пришли турки, они копировали ноты у арабов. Турки никогда ничего не копировали у армян в музыке. Это мы скопировали у турков. Восточные армяне, которые играют эту музыку, у них очень хорошо получается, но это турецкая песня, нута. Наши прародители жили в Атаманской империи, и они пели и играли музыку, которая нравится атаманам. Они играли эту музыку, чтобы это нравилось атаманам. Наши прародители никогда не пели армянские песни для атаманских солдат или для атаманских правителей. Наш народ всегда был такой. Мы всегда пели то, что нравится нашим правителям.